Всем привет, с вами Витязь от Винта, меня зовут Михаил Фрастини, мы начинаем вторую серию сезона Тачки Блок. И сегодня я хочу сделать необычный видеоролик, потому что я хочу заснять кубок имени Ирика этого. Ну, короче, вы сами все увидите. Смотрим. А перед этим видеороликом, если вы, ребята, такие не страшны, если вы не знаете слово страх, если вы на YouTube ищете годные мистические контекты, но, к сожалению, вы не сможете их не находите, я советую канал Готика. Парень правда снимает всякие там ужасные топы, хоррор-истории и так далее. Подпишитесь, помогите парню набрать миллионов подписчиков. Это канал Готика. Ссылка на данный канал, как всегда, в описании. А мы начинаем. Всем привет, с вами Боб Катлсон. Я открываю новый кубок под названием кубок имени Кэтова. Итак, в эфире программа Racing Plus. Сегодня у нас будет представлять два известных гонщика. Один под номером 17, зовут его Боб Дарио Каприн. Другого зовут Крус Рамистер, под номером 501. Итак, приносим камеры на свои, точнее, на трек. Итак, на старте у нас Боб Дарио под номером 17 и Крус Рамистер под номером 501. Один старый гонщик, другой гонщик нового поколения. Итак, ну что ж, мы начнем гонки, но перед этим видеороликами я хочу вас предупредить то, что в настоящем фильме такого не было. Все мои действия и программа являются вымышленной. Я желаю подписаться, поставить свой лайк. Итак. Сейчас немного освещения сделаю. Вот так вообще офигенно. Так, раз. Два. Три. К сожалению, авария. Давайте заново попытаемся все это сделать. Шутка номер два. И что ж, раз, два, три. Барабанная дробь! И, о чудо, Крус победила! Итак, возьмем интервью у победителя, как говорится. Ну и по традиции мы возьмем у победителя интервью. Крус Рамистер, вам было тяжело победить? Ну, как сказать, было, конечно же, тяжело, но я не рассчитывал на победу в главной части. Спасибо, это был Крус Рамистер, ну а мы вынуждены завершить наш первый конкурс автомобилей или кубок имени Кэтова. С вами был Катсон, до новых встреч, пока!